Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать маникюр в стиле Барбари. Для этого нам понадобится для основы лак либо серого цвета, либо бежевого оттенка. У меня будет основа вот такого цвета. Далее нам понадобится лак черного цвета, лак красного цвета и лак белого цвета. Для начала необходимо окрасить ногти бежевым или серым оттенком лака. Я уже ногти окрасила. И теперь займемся принтом Барбари. Для начала берем лак белого цвета и рисуем на всех ногтях полоски. Белые полоски. Прорисуем сперва на всех ногтях белые вертикальные полоски. Вот такие полоски. Так, ну пускай они чуть-чуть подсохнут. Теперь опять берем белый лак и рисуем уже не вертикальные, а горизонтальные полосы. Расположение горизонтальной полосы может быть любое. Можете делать пониже, повыше, посерединке. Теперь берем лак черного цвета и можете взять либо очень тонкую кисточку, либо зубочистку, либо шариковую ручку, что у вас есть, чтобы нарисовать тонкие линии. Я покажу, как зубочисткой сделать. На белой линии нам надо прорисовать три очень узкие черные линии. И на вертикальной, и на горизонтальной белой полосках нам нужно прорисовать будет по три черные линии. Не спеша, аккуратно рисуйте.
Вот одна линия готова. Так, рисуем дальше. Можете покупать лак с длинной, узкой, тоненькой кисточкой. Так, и теперь посерединке. Сейчас я накрасила черные линии на белых полосках. Вот что получилось. И осталось совсем чуть-чуть. Берем сейчас красный лак и опять будем прорисовывать линии. Так, и вот здесь прорисовываем красную линию. И снизу еще надо будет провести. Тоже, опять же, можете пониже, можете повыше, как вам понравится. Ну и вот таким образом на остальных ногтях прорисовывайте красную линию, вертикальную и горизонтальную. Они должны пересекаться. И в завершении ногти покроем прозрачным закрепителем, и маникюр наш будет готов. Итак, я покрыла ногти прозрачным закрепителем, и вот что у нас получается в итоге. Простой симпатичный маникюр в стиле Барбари. Всем, кому понравилось, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на новые видео. Всем спасибо и пока!